Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа в нашей интернет-общине Дом Веры. Мир вам драгоценный, любовь, благодать, благословение, умножение, рост, помазание Духа Святого, славы Божьей. Пускай Бог благословит вас обильно. Я Максим Максим и это прямой эфир. Хочу поприветствовать всех и сказать добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Сейчас на экране появится такая плашечка "Добро пожаловать Дом Веры" и наш сайт домверы.ру. Если вы не знаете, как к нам попасть, то вы пройдите домверы.ру и вы сможете. А, сможете мне даже писать и комментировать, я вижу Ольга из Караганды пишет а, Я снова с вами, Оля, приветствую, без вас было плохо Мы хорошо прожили без вас, но все-таки хорошо, что вы вернулись Приветствую всех, кто там есть, Дмитрий с Воронежа, наш постоянный, Галина из Ирландии Мир вам, Галиночка Приветствую всех, кто подключается к нам сейчас Пусть Бог благословит вас. Еще раз, если вы хотите попасть а, и комментировать, я вижу, Татьяна а, Груздова пишет, привет всем, не знаю, откуда она, у нее не написано, как у других, но по-любому приветствую вас, Танюша. Если у вас есть желание сделать это, домверы.ру и вы окажетесь со мной здесь. Дорогие мои, у нас скоро будет путешествие, паломническое путешествие по Израилю. Если вы хотите оказаться со мной в этом путешествии, вам нужно просто немедленно зарегистрироваться. Пройдите на cnl.tv, это наш веб-сайт телеканала CNL, и там вы увидите баннер «Израильское паломничество». У нас осталось несколько мест, и мы хотим пригласить вас – в это путешествие. Пожалуйста, поехали со мною. Будет очень-очень классно и благословенно. Вы будете очень вдохновлены этим путешествием. Поэтому, пожалуйста, 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 если у вас есть желание, сделать это немедленно, регистрацию. Чем раньше сделать, тем лучше. И 21 октября мы вылетаем в Израиль, и там встречаемся. Я вас буду встречать, и будем вместе ходить перед лицом Господа, славить Его, благословлять Его святое имя и будем ходить по святым местам. Ну что, дорогие, сегодня у меня будет важная тема. Как малыши могут вас научить? Как маленькие, маленькие, незначительные, ни на что не способные существа могут дать нам прекрасные уроки жизни, жизненные уроки от малышей? А вы знаете, мы можем учиться от разных вещей и от малышей в том числе. Поэтому сегодня у меня будет такая интересная тема. Я бы хотел, чтобы вы были внимательны. Пригласите ваших друзей, ваших знакомых к э, экрану телевидения, телеканала. Пригласите их, чтобы мы вместе э, поизучали эту тему. Как маленькие и незначительные могут дать нам значительные уроки. Как незначительные могут научить нас значительным вещам хорошо ну что давайте помолимся еще раз приветствую всех тех кто присоединяется к нам ко мне из приморской евгений присоединился приветствую вас евгений из греции ангелина татьяна с Сриги я вижу вот танюша с риги присоединилась приветствую вас всех всех приветствую благословляю спасибо за ваши комментарии и ваши приветствия Давайте помолимся, попросим у Господа благословения, прославим Господа и приступим к нашей теме. Отец Небесный, на имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Мы прославляем Твое Святое Имя, Господь. Мы превозносим Тебя. Мы хвалим Тебя. Да будешь Ты, Господь, превознесен, прославлен. Да будешь Ты, Господь, восхвален. Мы, я склоняюсь пред Тобой вместе со всеми людьми, Господь, мы, я склоняюсь, я прошу Твоего благословения. Мы склоняемся, величаем, поднимаем Твое имя выше всех имен. Мы восхваляем Тебя и благословляем Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за то, что рука Твоя простерта над нами. Благодарю Тебя, Господь, за все Твои благословения. Благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты являешь нам. Да будет тебе дана честь, тебе слава, тебе поклонение, тебе благодарение, тебе одному хвала, честь, тебе слава. Благодарю тебя, Господь, и величаю тебя. Слава тебе, Царь славы. Поклоняюсь тебе, благословляю тебя, хвалю тебя. Иисус, ты велик, ты Господин нашей жизни, ты Господин моей жизни, и кровь твоя очищает нас. Мы в смирении благодарим тебя, и просим Твоего благословения. Я прошу, Господь, благослови каждого человека, кто сейчас смотрит. Благослови, Господь, этих людей. Благослови именем Иисуса Христа. Благословляю. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. И все скажем Аминь. Еще раз я говорю благословение над вами. Сегодня у нас 17 сентября. Это прямой эфир. Самый что ни на есть прямой эфир. Отсюда из этого гаража. Вам кажется, что сзади меня лес здесь. В это гараж. Из небольшого гаража. Из которого мы вещаемся по милости Божьей. И хотим донести Евангелие до всех людей. Как могут нас учить Незначительные, слабенькие, может быть, недалекие, может быть, не способные, может быть, те, кто не достиг ничего, как они могут нас научить? Да хороший вопрос. Могут ли нас научить? Я хочу сказать такую мысль. Вы знаете, наша жизнь полна огромного количества примеров. Наша жизнь полна огромного количества возможностей, через которые Господь хотел бы с нами говорить. Бог хочет с нами говорить. Я хочу сделать это заявление. Послушайте меня, дорогие мои. Бог хочет с вами говорить. У Бога есть желание поговорить с вами. Бог об, желает общаться с вами. И Он, он хочет, чтобы вы чему-то научились у Него. Это Его желание. Это Его... Ну, давайте так. Это Его желание дать нам слово, дать нам знание, открыться нам. Каждый день вообще, прожитый наш день жизни, должен нас чему-то научить. Большому, небольшому, значительному. Господь учит нас. Порой даже на незначительных примерах. Необходимо нам быть очень внимательными, и а, чтобы понять, что Бог сказать нам хочет в той или в другой ситуации, или в жизни, а, в тот или другой день. Но мы часто пропускаем жизненно важные уроки, которые могли бы изменить нас к лучшему. Мы просто не замечаем их. Эти уроки помогают нам утвердиться в нашей жизни. Иногда из-за собственной невнимательности и нежелания учиться мы теряем возможность приобрести что-либо важное в жизни. Просто невнимательный, просто пропустил урок жизни, просто не заметил. Сегодня Бог хочет научить вас чему-то важному маленьких творений. Мы обратим внимание на всяких муравьев, всяких кузнечиков, всяких паучков. Мы обратим внимание на что-то такое, что кажется, что ну, это такое незначительное и а, такое маленькое, а, такое ну, непривередливая, не такое. Она что-то там ползает, шубуршит. Чему это может нас научить? Это, чему может научить нас эта мышка? А чему может научить меня муравей? Чему может меня научить, а, ну, какой-нибудь, я не знаю, паучок? А, вы знаете, когда, а, когда мы говорим с вами о а, вот этих малышах, они настолько влияет на нас сильно, что мы, мы можем увидеть величайшие истины. Итак, Бог хочет нас научить через свои примеры, своих, своих творений. Господь так сотворил все классно. Вы знаете, недавно я маме показал видео, где корольчиха разрывает землю, и там спрятаны под землей ее малыши. И как она кормит их кроличьим молоком своим. И а, эта зайчиха так нежно все это делает, дает погулять немножко с зайчиком. И потом опять их зарывает в землю. И они там где-то в этих а, туннелях подземных живут, прячась от волков и хищников. И как она утрамбовывает землю. Вы знаете, я когда смотрел, я увидел такую потрясающую пример заботы, внимательности. А, нежность, она не разрывает яму резко, она смотрит по сторонам, она ходит. Это потрясающее видео, если вы зайдете ко мне на канал, где-нибудь у меня там на YouTube найдете. Но давайте прочитаем из Библии. Пожалуйста, откройте Библию, и мы будем читать из Библии. А, лук притча, 30 глава, а, с 24, давайте я тоже вместе с вами открою, притча 30 глава, с 24 стиха а, до а, и ниже будем читать притча 30 глава. У меня такая, знаете, хорошая большая Библия. Мне подарили друзья из Алматы. Я вот ей пользуюсь до сих пор и просто очень доволен. Конечно, ее сумочку трудно положить, но, но. хорошо. Смотрите, вот 20, 24 стиха, 30 глава с 24 стиха. Вот четыре малых на земле. Они мудрее мудрых. Первое. 25 из них. Муравьи. Народ не сильный. Слабаки. Чему я могу научиться у муравьев? Да слабак ты. Что ты можешь сделать? Посмотри, какой я большой. Да я только ударю твой муравейник могу. Народ не сильный. Но у них есть хороший урок. Какой же урок? Они летом заготавливают пищу свою. Народ не сильный. Народ не сильный, но может заготовить летом свою пищу. Народ не сильный, но может, а -а, может иметь а -а, пищу зимой когда не будет ничего расти, ничего цвести, когда все будет покрыто снегом, когда все будет настолько ужасно, муравьи будут жить. Они будут внутри кушать там какие-то, я не знаю, листочки или что-то там они накопили. Как-то они еду складывают, они будут вгрызаться, они будут кушать, потому что они тянули все лето, они летом заготавливают пищу. Они летом готовятся к худшему сезону. Они летом понимают, что скоро наступит зима. Посмотрите, когда я смотрю на муравьев, это стратеги. Это, это существа, которые понимают сезоны. Они понимают, что есть разные сезоны в жизни. Они понимают, что жизнь сезонная. Послушайте меня, дорогие мои. Муравьи маленькие, слабые, но понимают, что жизнь состоит из разных сезонов. Я сейчас обращаюсь к вам. Послушайте меня, драгоценные мои. Если вы не понимаете, что в вашей жизни есть сезоны, если вы не понимаете, что ваша жизнь состоит из этапов, а, ну, давайте, кто-то говорит, биоритмы или еще что-то. Я не верю в никакие, никакие биоритмы, я не верю ни в какие а, эти всякие, ну, чушь. А, но все-таки сезоны или колебания – очень сильно присутствует в нашей жизни другими словами иногда у нас весна иногда лето да, и это каждый год меняется в нашей жизни если всю нашу жизнь взять а, вы знаете а, есть сезоны а, молодость а, есть зрелость есть есть разные а, ну, разные этапы когда мы с вами движемся и мы а, переходим из одного сезона в другой сезон, снова сезон. И у нас сменяется, особенно те климаты, когда, когда вдруг переходит из одного в другой. Вы знаете, я здесь нахожусь, и но у меня нет здесь климата, климатов. Когда мне говорят, что происходит, я, я вышел на улицу, смотрю, здесь яблоня, и вдруг я вижу, яблоня начала цвести. Сейчас, но не вся, там несколько цветочков выпало и маленькие яблочки уже появились. Завязи. Я посмотрел и подумал, как это вообще возможно? Как это возможно? На, на дворе сентябрь, а у меня яблоня начала цвести. Ну, потому что здесь нет зимы. Но вообще сезоны создал Господь. Есть райское место в Сан-Диего, где нет, всегда, всегда весна. Но вообще сезоны создал Господь. Когда один следует за другим. Понимая сезонность жизни... Этапность жизни. Понимая, что жизнь движется этапами. Один этап проходит, наступает другой этап. Другой этап проходит, наступает третий этап. Третий этап проходит, наступает четвертый этап. Если вы понимаете, что у вас жизнь делится на сегменты, в каждом сегменте у вас будет своя музыка, своя атмосфера, своя радость. В каждом сегменте будет происходить что-то важное. И нужно делать правильные вещи в свое время. Чему я могу научиться у а, муравьев? Понимать, думать наперед. Думай наперед. Думай наперед. Посмотри вперед. Посмотри, куда идет твоя жизнь. А, когда, когда вы смотрите на муравьев и скажете, да что может они научить? О, муравьи мудрее. Они не сильные, но мудрые. И у меня есть чему поучиться у них. А, Муравьи не умирают от голода. Вы знаете, когда, когда муравьи на не... у нас на планете Земля столько людей умирает от голода, а муравьи не умирают от голода. Алло, муравьи не умирают от голода. У нас люди в странах умирают от голода, им плохо. Люди жалуются, люди говорят, как плохо мне, как тяжело, как 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 трудно в жизни. А муравьи не устраивают забастовок, муравьи не требуют социальной справедливости, муравьи ничего не требуют, но они не умирают от голода. Вы когда-нибудь видели муравьев, которые с лозунгами стоят: "Мы помрем с голоду никогда"? Они усердные, трудолюбивые. Они постоянно лазят с утра еще. Я только проснулся, а они уже что-то лазят, нюхают, что-то ищут. Что там я уронил, где там я сахар рассыпал, где там что найти можно. И они ползают. Вы знаете, я когда поставлю мышеловки, у меня враги номер один это муравьи. Почему? Потому что я прихожу через два дня к мышеловке, там пусто. Я туда ореховое масло насыпаю, намазываю, чтобы мышки туда залазили и их ловил. А они не попадают туда. Почему? Потому что муравьи, когда найдут ореховое масло, мышеловка на них не срабатывает, и они съедают все ореховое масло. Я уже, я уже запарился. Если муравьи нашли мышеловку, все. Мушей не поймает. Они трудолюбивые, они думают, смотри, оставил. Не жалуются, не ноют, не воруют, не бормочут там не, ничего. Они не спят долго, спят немного, они вовремя закрывают свой домик, когда наступает дождь. Они когда солнышко выходит, они выходят и начинают ползать, искать. Они размножаются, они заботятся о своем потомстве. Я смотрю на муравьев, думаю, Господи, как! Вот эти безмозглые существа никогда не страдают, а мы со всеми нашими мозгами постоянно страдаем. У нас миллионы людей голодают, у нас а, люди просто невежество, глупость. Послушайте меня, дорогие мои, я, я стучусь в ваше сердце. Муравьи не жалуются. Много среди нас таких людей, которые жалуются. Да хватает. Муравьи не жалуются. Муравьи что-то знают, а мы нет. У муравья можно чему-то поучиться. Они не жалуются на свою слабость. Библия говорит, что они слабые, но они не жалуются на свою слабость. Они ищут возможности. Они ищут возможности, как использовать жизнь, как, как, ее, как, как из, из моей жизни что-то сделать, как добиться в моей жизни какого-то эффекта, результата, как моя жизнь может быть успешной. Муравьи предвидят заранее, они мудрые, поэтому они мудрые. И они принимают решение, летом заготавливают пищу на зиму. Человек не муравьи, он создан по образу и подобию Божьему. И поэтому мы можем гораздо больше. Но если мы не планируем свою жизнь, если мы не думаем стратегически, если мы не смотрим на, на будущее наши действия, мы ничего не достигнем. Почему нам нужно учиться у муравьев, дальновидности и планированию, стратегии? Мы должны научиться. Планируйте свою жизнь, предвидьте обстоятельства. Планируйте свою семью, церковь, детей. Планируйте вперед, смотрите, куда это может вырасти. Куда это может вырасти. Большинство, знаете, многие люди не планируют а, даже на год-вперед. Они так: ну будь что будет, а, планируйте на 10 лет вперед. Отсутствие дальновидности у многих из вас это причина а, крушения многих успешных людей. Добились успеха, но не смотрите вперед. Ваше, вы можете попасть в аварию. Когда в машине ты едешь, нужно смотреть вперед, а не по, только здесь, на ямы. Нужно и на ямы смотреть, и вперед. Но нельзя жить только сегодняшними проблемами. Нужно строить свою жизнь с перспективой, мудрость, муравья способность видеть будущее, думать сезонно, смотреть вперед. Давайте научимся у этих маленьких слабых творений. Казалось бы, они не очень не слабые, они достаточно сильные. Библия говорит: благоразумный видит беду и укрывается, они опытные идут вперед и наказываются. Благоразумный видит беду. Это, по-моему, написано в притче 22 глава. Притча 22, я сейчас скажу, какой стих. Притча 22, третий стих. Притча 22, 3. Благоразумный видит беду и укрывается. Он смотрит вперед. Он смотрит. Мы не должны... Благоразумие спасает вас от неожиданных ситуаций, от разных бед. Благоразумие спасает вас от крушений, Дальний свет показывает вам, куда вам ехать. Благоразумный видит. Вы знаете, если вы ищете лица Господа и просите, чтобы Он открыл вам свои планы о вашей жизни, показал перспективы, тогда Господь показывает. Недальновидность же приводит к неприятностям, к катастрофам, к трудности в работе, в семье. Муравьи мудрые, потому что заготавливают все пищу заранее. Вы знаете, а, у многих людей нет вообще никакого семейного бюджета, они не планируют. Они что попало? Вот что попало в карман, то и попало. И будет все попало. И что попало, будет что попало. Вот знаете, их жизнь что попало? А, вот есть такое выражение, а что как жизнь, да что попало? А, это в смысле, что все плохо. Но а если сказать так, что причина, что попало, из-за того, что ваш бюджет расходуется по принципу что попало в бюджет то израсходуем неправильно неправильно когда к тебе что-то попадает это не что попало какая-то здесь такая игра слов когда тебе что-то попадает необходимо увидеть спланировать распределить сохранить на зиму отложить инвестировать управлять управлять вашими, вашим жизненным движением, вашим трендом. А, иногда хорошая волна идет. Откладывай, когда хорошая волна идет. Многие бизнесмены мне жаловались и говорили, если бы я откладывал тогда, когда у меня было столько денег и не делал глупостей, то когда пришла зима в мой бизнес, я бы легко бы пережил ее. Но из-за того, что я летал в Лас-Вегас, здесь один знакомый мне сказал, я в Лас-Вегас летал просто на, на пару дней закупиться, пообедать. Я смотрел на него, я говорю, ты серьезно? Он говорит, да, серьезно. Вот утром покупил билет и слетал в Лас-Вегас, пообедали с женой, покушали, шопинг устроили, погуляли и вернулись к вечеру обратно. Я посмотрел, я говорю, ну это же безумие. Ну он говорит, если бы я сейчас мог сказать себе, я бы закричал бы, остановись, 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 остановись. Люди не заботятся о своем будущем. Люди не заботятся о том, что, куда они идут. Они, они не смотрят вперед. Они не смотрят на то, где будут проводить старость. Они не смотрят на то, где будут проводить основное время своей жизни. Они не смотрят туда. Они не заготавливают место, где они будут заканчивать свой путь. И знаете, чем моложе человек, тем кажется ему, все как-то попрет, 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 и будет все хорошо. Если ты не, не планируешь, не, не учишься от муравья, если ты не вкладываешь, как муравей, в свое будущее. Если ты не поступаешь по муравьинной мудрости, зимою будет очень-очень плохо. Будет очень трудно. Я, я смотрю на свою жизнь, мне уже 45. Вы знаете, так быстро. Кстати, сегодня, знаете, я сегодня, к сегодняшнему моменту прожил 42 года, 42 месяца и 42 дня. У меня такой сезон, Алекс, слышь, 42 года, 42 месяца и 42 дня. У меня такие 42, 42, 42. Три круглые цифры. Так вот, за 45 лет своей жизни я обнаруживаю такую вещь. Я понимаю, что когда я смотрю вперед, то мне не 20 лет, когда я могу говорить, а еще лет 25, уже это не могу говорить. Я уже говорю о том, что уже пришло время смотреть на, на, на следующий завершающий сезон моей жизни уже пришло время а, от, сезон, когда ты а, передаешь знания, сезон, когда ты передаешь мудрость. Было время, когда мне нужно было администрировать, управлять. Теперь время, когда я служу, отдаю, посвящаю, благословляю, расширяю, распространяю Евангелие. Наступает новый сезон жизни. Я с радостью вхожу в него моя борода уже начинает сидеть, мои волосы появилась седина. Я смотрю вперед, и я с радостью, с радостью, я смотрю на тот момент, когда Господь скажет, добро пожаловать, верный и добрый раб. Я был верен, я постав... ты был верен в малом, я тебя поставлю над большим, над, над городами, там, странами. Я очень буду рад, когда я встречусь с Господом лицом к лицу. Итак, нужно ныть меньше. Ворчать, возмущаться, негодовать. Не нужно страдать сегодня. Посмотрите вперед и займитесь планированием жизни, ведением жизни. Плановое хозяйство. Если так можно сказать, займитесь плановым хозяйством. Дорогие мои, это прямой эфир. Сегодня мы начали с вами рассуждать о слабаках, о незначительных, о маленьких. Когда я смотрю на муравьев, вы знаете, интересная вещь, одна из вещей, которыми я научился у муравьев, из личного опыта, я посмотрел, что они все идут вот тропинкой, у них есть свои тропинки. И они идут по тропинке, одни идут вверх, другие идут вниз. И эти муравьи целеустремленные, они идут по своему пути они идут туда, куда нужно идти, и почему они знают, я не знаю, но они какие-то метки оставляют на тропинке, и следующий муравей знает, в каком направлении двигаться. Они учатся друг от друга, они, ну давайте так скажем, вот скажем пчелка, она передает знания путей своих. Когда пчелка приходит в свое гнездо, в улей, в семью, она говорит, вот там я нашла мед, и она дает направление, например, на юго-восток, столько-то этих милей или там столько-то метров нужно лететь на юго-восток, там есть цветущее дерево, и она передает эти знания другим. Муравьи тоже они передают, они оставляют метки, свой запах, на, на, на тропинке они идут и двигаются. Знаете, я видел, вот так по стенке они ползли, и когда их не было, я вот так затер вот эту, их не, их, они какой-то секреции, там меточки ставят. Я затер вот так, затер. И когда муравей полз, 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 полз дошел. И знаете, я посмотрел, он раз, 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 раз. Он пытается искать, и он сбился с пути. Следующий муравей подошел, и они начали уже вот так ползать. Они уже не знают, в каком направлении двигаться. Они ищут, где же вот эта тропинка, которая наша была. Вы знаете, я стоял и смотрел. Потом муравей находит сверху тропинку, а, и следующий муравей находит третий, и они уже начинают прокладывать маршрут, и они проложили маршрут буквально за пять минут, и они восстановили свой маршрут, и следующие муравьи уже двигаются в том направлении, в котором нужно двигаться. Я смотрю на насекомых, я думаю, Господи, какая мудрость! Они движутся вверх. Я смотрю на это безголовое существо, а оно движется вверх, туда куда-то на дерево, что-то там ищет, какую-то смолу или что-нибудь там находит, чтобы покушать им. И потом спускается вниз, вверх. Я смотрю, муравей какой-то волочит веточку какую-то, он и тянет, тянет, тянет листочек. И тянет, и думаешь, ну что тебе надо? Ну другой кто-нибудь притащит, вас же там миллионы. Вас же миллионы, отдохни, братан. Все, расслабься, другой кто-нибудь сделает. Пусть твоя жена сделает, пусть там друзья сделают, пусть дети. А он тянет, тянет. Я смотрю на него, и вы знаете, мне, мне, мне так его жалко, а потом я вижу, какой он целеустремленный. Он тащит, он посвященный, он тащит этот листочек, он тащит этот зеленый или там веточку какую-то в муравейник. Я не знаю, зачем ему этот листочек, я не знаю, зачем эта веточка. Но я знаю одно, что ему надо. Ему надо туда. Ему надо туда. Я однажды рассматривал муравьев, решил над одним муравьем проверить силу его терпения. Вы знаете, вот он ползет вверх вместе со всеми муравьями. И я вот так пальцем воткнул, и он ползет, ползет, и вдруг бумс. Тропинка идет, а здесь палец, ноготь такой. Он вот так пощупал, думал, да что же это такое. Пошел чуть в сторону, туда-сюда. Он начал искать пути обход, обхода. Он начинает, ползет туда-сюда. Я смотрю на него, думаю, ну хорошо, хорошо, я держу вот так. Он проползает вокруг. Я раз снова в другой палец поставил. Передвинул палец. Он раз посмотрел, не понял. Он раз опять начинает искать путь обхода. И знаете, я сидел минуту, вторую, он опять начинает искать. Я раз передвинул палец. И вот знаете, я все время блокировал путь. Остальные муравьи в этот момент проходили мимо. И вы вот, знаете, вот этот муравей смотрит на остальных, они проходят, и я их пропускал его же не пропускал. Ему говорю, братан, все, ты попал. И этот муравей сидит. И, наверное, подумал, какое проклятие в моей жизни. Все могут идти, а я не могу идти. Какое, какая катастрофа. И вот знаете, я его держал вот так. Я думал, ну когда он сломится? Я ему говорил, дурачок, развернись, иди домой, ты устал. Все, не прет. Тебе сегодня не прет. Знаете, вот этот маленький муравей, сломал меня мужика 100 килограмм жира и мяса он сломал меня он даже там грамма нету а, и а, он, он он просто люди он сломал меня знаете каким образом он взял и продолжал уперто идти вверх он пытался обойти он пытался а, Пытался а, сделать обход. Он делал так и сяк, и, и по-другому, и по третьему. А, люди дорогие, когда я смотрю на этого муравья, у него была такая упертость, что ему нужно идти вверх через 10 минут, как он меня мучил. Я уже измутил. Я думаю, да иди ты обратно, я же тебя сейчас раздавлю ничтожество. Знаете. Он продолжал вперед идти, он пытался вот так обойти мой палец. И через 10 минут мне уже надоело. Я так устал, я так устал. Я сказал, да ну тебе. Я отпустил его. Я помог ему перейти на метр вперед, он подумал, какое благословение. Вы знаете, он уполз куда-то, я не знаю, зачем он уполз, что он там делал. Я не знаю его судьбу дальнейшую, где он сейчас, живой, не живой, помер, не помер. Но я знаю одно, что он не сломался. Если многие из вас встретят преграду на пути, возьмите урок у муравья. Не останавливайся, не тормози, не останавливайся. Учись у муравья! Муравьишка может тебя научить! Он может тебя научить таким, он может научить тебя маленьким вещам. Аллилуйя! Вы знаете, конечно же, мы должны учиться стратегии муравьиной. И давайте так скажем, мы можем научиться у муравья накапливать, готовить пищу, заготавливать. И, и я не говорю, что машина, дом, квартира, деньги, там, это, это такое самое важное. Конечно же, есть что-то более высокое, что-то более значимое. Вы знаете, когда я, я смотрю, но все-таки мы должны накапливать, собирать имение себе. Об этом говорит а, Писание, но имение особенное. Луки 12 глава 33 стих. Луки 12, 33. Откройте, пожалуйста, это Новый Завет. Луки, 12 глава, 33 стих. И я прочитаю вместе с вами из этого места Писания, где написано о том, что мы должны собирать себе имение. Но где собирать имения? А, об этом сказано в Писании. Иисус говорит. Но Луки 12 глава, 33 стих. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Жертвуйте приготавливайте себе вместилище невершающее, сокровище не скудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это следующий стих, 34. Посмотрите, что Иисус говорит. Собирайте себе имение, заготавливайте. Муравьи, они летом заготавливают пищу, чтобы зимой было хорошо. Иисус говорит, приготавливайте имение, заготавливайте заранее, там собирайте. Как он сказал? Продавайте и жертвуйте. Давайте милость, продавайте, жертвуйте. Для Иисуса это и есть собирание имения. Любая твоя жертва – это сбор. Жертва Финансовая, жертва общения, жертва эмоциональная. Любая жертва, на которую ты идешь, это есть собирание имения. Когда ты собираешь имение на небесах. Дорогие мои, я думал, что сегодня покрою всех муравьев и мышек и саранчу, но у меня не получилось, поэтому я продолжу эту тему. Я надеюсь, что вы получаете благословение. Я посмотрю там, кто что пишет. Но я верю, что вы получаете благословение. Муравей может нас научить. Жизнь человека не заканчивается на земле. Придет время, когда когда, когда ты ты закончишь жизненный путь, но останется голос Творца. Вы, ты не должен жить только для этого мира. Не только для имения машин там и всего остального. Но собирайте себе сокровища на небесах. Это мучает нас муравей. Он сегодня пока здесь живет, он да, да, собирает для другого сезона, ваши десятины, приношения, пожертвования, они заносятся на ваш, ну если так можно сказать, небесный счет. И от Бога не утаишь ни, ни копейки. А сокровища небесные, имение небесное, это совокупность нашего времени, энергии, добра, любви, финансов, которые мы отдаем Богу ради блага человека, окружающих нас. Господь все это учитывает и делает вашим небесным сокровищем. У вас будет ваше небесное сокровище. А, может быть, некоторые люди бедные здесь на Земле, но а, это не совсем так, потому что на небесах они достаточно богаты. А, посмотрите, когда мы попадем на небеса, а, многие окажутся очень богатыми. Очень богатыми. Собирайте себе сокровища. Муравьи думают о том, что будет завтра. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливает пищу свою. Вы знаете, если вы не богатырского телосложения, если вы слабы, это не значит, что вы проиграли. Вы можете иметь очень многое. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я ценю и дорожу каждому из вас. Я говорю благословение над вашей жизнью. Пусть Бог благословит. Если ты не богатырь, не силач, но у тебя есть мудрость муравьиная. На небесах ты будешь сильный и богатый, и будет большое имение. Хранит вас Господь, пусть Бог благословит вас. Я сегодня сделаю а, на велосипеде заезд, а, километров, наверное, 40 проеду. Благословляю вас, ценю, дорожу каждым из вас. А, держитесь за Господом. Встретимся с вами завтра в прямом эфире. Сегодня с вами был Максим Максимов. Благодарю вас за партнерство, за поддержку, за ваше участие. Благодарю вас за то, что вы продолжаете участвовать в Божьем деле. Хранит вас Господь, муравьи мои, не сильные, но благословенные. Мы думаем о завтрашнем дне. Будьте благословенны. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.